Привет-привет, друзья! Вы на канале Китай Сити, с вами я, его ведущий Владимир. И на обзоре у нас с вами будет вот такая вот большущая квадратная посылка. И в этой посылке находится мега крутой набор для рисования. Дело в том, что скоро 8 марта, и я дочке хочу подарить набор для рисования, в котором будет очень много всего. Давайте ее аккуратно откроем и будем делать обзор. Как вы видите, посылка запечатана довольно-таки хорошо, и она не должна повредиться, так как вот эти вот трубки хорошо должны защитить посылку. И вот как выглядит этот набор. Набор очень большой по габаритам, реально очень крупный. Чтобы вы понимали, вот я сейчас вот даже вот приготовил ради интереса, посмотреть, какие у него габариты. Значит, он 47 сантиметров на 46. 46 на 47, довольно-таки крупный. И это все еще разложится в два раза. Значит, что мы видим? Детям от 0 до 3 лет нельзя пользоваться. Нарисована на главной странице у нас вот такая вот картиночка. Обратите внимание, тут мальчик, девочка. Ну, вот так, все это рисованная картинка. Красиво выполнена. Kids Artist Set. И должно внутри быть вот так. Тут немножко вот упаковка повреждена верхняя. Так, и смотрите, вот сколько тут всего должно быть. С другой стороны у нас то же самое. Да, и в наборе должно находиться аж 288 предметов. Так, давайте его откроем. Открывается спереди на вот такой клипсе. Открываем. Обалдеть. Итак, я максимально поднял камеру и даже немножечко отдалил, чтобы этот набор весь поместился на столе, в объектив весь полностью влез. Давайте вот я сейчас померю, сколько же в разложенном состоянии он. Смотрите, в разложенном состоянии он 94 сантиметра. Вот это 94 сантиметра для юного художника, это целый клад, целое сокровище. И я думаю, что любой молодой художник, начинающий, будет очень рад такому набору. Значит, смотрите, в комплекте нам положили немножечко белых листиков формата А4. Убираем их в сторону. В комплекте у нас идет вот такая вот колбочка, белая прозрачная, с белой крышкой. Это, наверное, для того, чтобы слаживать сюда в нее внутрь стружку. Дальше идет стирательная резинка, две точилки, скрепки, приклеенные скотчем на крышку, гуашевые краски, 18 цветов. И по мелочи еще тут идут раз, два, три. Три простых карандаша черного цвета. Это простые карандашики. Вот, не заточенные. Раз, два, три. Три штуки и три кисточки. Три кисточки для рисования. Ну, кисточки тут самые такие простенькие. Вот, при желании можно поменять на более другие, более хорошего качества. Так, и еще одна стирательная резинка. А все остальное это цветное вот такое вот богатство. Так, давайте начнем с карандашей. Смотрите, тут идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 24, 48 карандашей. И каждого цвета, обратите внимание, они не все разные. И каждого цвета идет по 2. Давайте я один достану. Смотрите, какая заточка. Значит, заточены вот, вот таким вот образом. Как я вижу, все карандашики пришли заточенными, нигде ничего, все стержни на месте, не вывалились. Да, ну и довольно-таки большой выбор цветов. 48 карандашей делим на 2, получается 24 цвета, 24 разных карандаша. Далее идут фломастеры, тоже по 2 цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 фломастеров по 2 и 4 в длину. Итого тоже 24 разных цвета. 48 фломастеров вот таких вот коротеньких и толстых. Да, вот такие вот фломастеры. Давайте попробуем, пишут ли они вообще. Да, пишет хорошо. Давайте на выбор попробуем еще какой-то взять. Давайте вот такой вот розово-красный. Сейчас еще тоже попробуем. Да. Все рисует, все пишет. Вот так. Все свежее, не засохшее. Так, ну обратите внимание, что фломастеры тоже, как и карандаши, идут по 2 цвета. Ух ты, я такого фломастера еще не видел. Серый цвет. Ну, давайте попробуем. Прикольно. Если честно, я не припомню, чтобы я видел когда-нибудь фломастер серого цвета. Ну, неважно. Так, далее идут вот такие вот фломастеры. Их тоже, скорее всего, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цветов в ряд и 3 в высоту. Итого 24 цвета. 24 умножаем на 2. Да, действительно, 48 цветов. 48 фломастеров. И тоже, как вы видите, обратите внимание, они идут тоже по 2 цвета каждый. По 2 штуки. По 2 штуки каждый цвет идет. Далее в наборе, как вы видите, идут снова карандаши. Давайте я сейчас чуть-чуть передвинусь. Этот набор большой, и мне немножко неудобно тянуться. Так, карандашики. Ну, карандашики мы расписывать не будем. Тоже идут, смотрите. Вот, белого только один, желтого, оранжевого один. Ну, и дальше идут вот такие вот цвета. Но тут более большой выбор. Всего тут расположено 24 карандаша. Некоторые из них по 2 цвета, некоторые по одному цвету. То есть тут выбор разновидности цветов больше, чем, допустим, вот тех карандашок, что вот с этой вот стороны, с левой стороны. Ну и последнее, что тут есть, это вот такие вот... Короче, я не знаю, что это такое, сейчас посмотрим. Это мел. Мел, скорее всего. Да, это такие вот восковые мелки. Или карандаши, что это такое, не знаю. А вот oil pastel. Все понятно. Восковые мелки. Вот, их, смотрите, их тут идет не так, как карандаши и прочее. Их тут идет по 3 цвета, обратите внимание. Три таких, три таких, три, три, три. То есть они идут по 3. Ну и давайте сосчитаем. Раз, два, три, семь штук. Семь штук в квадрате помещается всего. Всего у нас 9 квадратиков. 7 и 9, 63. 63. 63 делим на 3, получаем 21. Итого тут разных 21 цвет. Ну, это если кому интересно. Ну и вот такой вот, как я уже сказал, небольшой набор бумаги. Ну, это, наверное, так, на первое время, чтобы там распробовать все карандашики. Вот. Вот. Ну и всего, как заявляет продавец и производитель, то в этом наборе идет 288 разных предметов. Кому интересно, можете сосчитать, пересчитать, сколько же тут всего. Вот. Ну и тут где-то вот 20 листиков. Вот идет 2 десятка листиков. Ну что, друзья, вот такой вот набор сегодня мы распаковали и сделали обзор. Набор мне очень сильно понравился. Я думаю, что дочка моя будет в восторге от такого вот набора, так как она очень любит рисовать, и у нас часто бывает напряженка, так как не успеваем затачивать карандаши и покупать фломастер. Ссылку на магазин продавца, где я купил этот набор, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Также я оставлю еще несколько ссылок на другие наборы, которые немножко подешевле и там более маленькая скромная комплектация. Также оставлю наборы на более крупную комплектацию. Короче, оставлю на ссылки на различные комплектации, много ссылок оставлю на все это рисование, так что переходите, смотрите,
кому интересно. Ну а мы на этом будем заканчивать видео, друзья. Кому было это видео интересно, полезно или чем-то понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.